Друзья, всем здравствуйте! Сегодня решила провести вот такой эксперимент. Вот у меня здесь луковицы. Это, конечно, не сивок, это лук обыкновенный. И я собрала 8 вот таких вот подложек от яиц. Это подложки из картона. Сейчас я их промочу и посажу сюда луковицы. Может быть, вырастет зеленый лучок. А вот это вот от какого-то печенья. Ну, это я просто для того, чтобы... Чтобы вода не просачивалась совсем уже на поверхность, например, подоконника. Не знаю тут, с чего надо начинать. Начну вот просто вот так вот, тупо. Вот так вот просто полью. Вот так. Вот так я поливаю. Беру луковки. Ничего я обрезать не буду. И вот так сейчас... буду сажать. Вот так. Купила специальный лучок поменьше. Лучок, конечно, очень хороший. Жалко такой лук на зеленушку. Но, может быть, он будет хороший. Посмотрим. Вообще не понимаю, как и что тогда корни должны прорасти. Это я где-то видела, типа в Инстаграме. Вот так вот. Вот так. Видите, как красиво получается у нас. К сожалению, меньше лука не было. Поэтому... Нет, наверное, это надо в середочку куда-то. Или вот так. То еще с краю что-нибудь да обрушится. Вот так. Да, большой лук не проходит. Нужны маленькие луковки, чтобы они могли проходить. Хотя это не важно, если они будут... Нет. Значит, давайте-ка мы сделаем вот так, через один, что ли, как-то. Или в шахматном порядке. Ну, в общем, наверное, вот так. Вот так сделаем. Пускай вот так сидят. Вот так у меня будет. Смотрите, какая высота. В общем, посмотрю, что чего и как. Вот. А тут у меня продолжает расти тыковка. А в тыковку, в горшок, поскольку у меня земли тут мало, я добавила, у меня были листья чубушника. На чай я их собирала. Но я их решила вот использовать сюда. Не очень-то я чай пью сейчас такой с чубушником. Ну, думаю, ладно, чубушник растет, листочки есть. Если надо, я соберу. Кыш пошла. Вот, а листочков сюда так много набросала, помяла их рукой. А сверху высыпаю чай с питой. В общем, тот, который я выпила, чай, заварку чайную. Вот, уже, видите, здесь побольше стало землицы. Ну и листочков прибавилось. Однако, вот они какие. Вот они какие. Так что... Следим с вами за экспериментом. Сегодня у нас 14 июня. Посмотрим, пойдет ли расти лучок вот в такой емкости. Понятно, что я раньше сажала этот лучок в баночку с водой, там он рос. Но посмотрим, как будет здесь. Просто интересно. Вот никакого горшка, никакой земли, никакой там банки с водой, а вот такие вот от яиц подложки. Все. И будем с вами выращивать лук на подоконнике. Красота! Всем хорошего лета!